Куйбышеве готовятся к открытию обновленного центра дополнительного образования детей. Там идут ремонтные работы. Необходимость в этом назрела много лет назад. Сейчас в порядок приводят третий этаж здания. Уже уложили плитку, отремонтировали лестничный пролет, сделали ремонт в кабинетах и технических лабораториях. В центре появится собственный спортзал. Добавлю, что сейчас в учреждении занимаются 5000 детей. Сейчас будет все выкрашено. Поставлены новые перила, и мы так думаем, что 1 декабря дети вернутся заниматься. То есть мы, получается, сейчас установлены алюминиевые двери, мы отсекем процесс ремонта, первый, второй этаж. У нас отдельно будет открыта входная группа, туда перенесено все будет оборудование по обеспечению антитеррористической безопасности, и дети зайдут на третий этаж заниматься.